все огородники сажают томаты. Но, к сожалению, не у каждого есть достаточно свободного времени для ухода за томатами. И не каждый располагает хорошими большими теплицами, чтобы получать большие урожаи. Но это не проблема. На самом деле существует огромнейшее количество сортов, которые дают великолепный урожай в открытом грунте. У нас есть очень хорошая серия непасов. Непас значит не пасынкующийся. Эти томаты совершенно не обязательно пасынковать. То есть вы их можете и пасынковать, и не пасынковать. Если вы хотите получить урожай как можно раньше и более крупных плодов, в этом случае вы пасынкуете. Если вы не торопитесь с урожаем, и для вас главное побольше плодов получить, и именно получить их, вы можете не пасынковать. Даже в условиях не чернозема, земля, непасы дают очень хороший урожай. Вот посмотрите, один из непасов, непас 4. Видите, у него такие сердцевидные плоды, которые по форме чем-то напоминают сердечко. Плоды очень и очень плотные. Это один из лучших сортов для любого вида консервации. И многие именно просто предпочитают именно этот непас 4 для того, чтобы консервировать в банках. Смотрите, какой компактный куст и какая большая навеска плодов вот у этого непаса 4. Если лето хуже, если лето не такое жаркое, тем не менее томаты хорошо вызревают, и самое главное, они обычно успевают отдать урожай до вспышек фитофтороза. Здесь у нас посадка достаточно разреженная, но вообще для всех непасов характерен именно штамбовый куст. А когда штамбовые кусты, то можно значительно чаще сажать, делать загущенную посадку и при этом получать хороший урожай. Мы предпочитаем выращивать томаты в грядах-коробах, которые позволяют томаты накрывать. Но можно выращивать и просто в открытом грунте, если вы не имеете такой возможности. Возможность сделать гряды короба. В этом году в начале лета мы давали пост в Инстаграм именно вот с этим непасом 4, и он стал у нас самым популярным. Вот давайте посмотрим, какой он внутри в разрезе. Вот обычно, чтобы посмотреть, какой томат, его надо вот таким образом разрезать. Посмотрите, какой насыщенный разрез. Какой он мясистый, сочный. Очень-очень приличный. То есть количество сахаров в нем достаточно. У нас всего 14 сортов непасов. Они имеют разную форму, разную высоту, разный размер, но всем им присуще одно качество. Их можно и пасынковать, а можно и не пасынковать. Итак, томат непас – это гарантированный урожай в любой год, и даже у тех огородников, которые не располагают достаточным временем. Сажайте непасы, и вы всегда будете при урожае. Непас значит не пасынкующийся.